Приветствую вас, друзья, с вами Назар, и мы продолжаем играть Zaragoza Europa 4. Ну что ж, идет у нас война за независимость Испании от Франции. Вот, произошел там, видимо, я не знаю, как оно там происходит, но мне кажется, что оно вот типа происходит ивент, если у Испании нету наследника. Вот, случилась там война за испанское наследство, только тут воевала против Франции почему-то одна Россия, там ни Австрия, ни Британия, ни Голландии там не было. Почему? Почему только Россия? Не знаю. Странное, в общем, это все было. В общем, вот так оно случилось. Испания упала в унию к Франции. И тут, как вы помните, в предыдущей серии тут творилась просто дичайшая дичь. Вот, у испанца откуда-то появилось 45 тысяч. У них тут было много армий. Они что, перевезли сюда? Не знаю, и как вы помните, вот тут тоже отряды были наняты, и они стояли. Видите, я вот перезагрузил игру, и все нормально. Уже начали испанцы вон двигаться. Не знаю, почему так было. Может баг, а может и не баг. Говорить, что баг, я не буду, потому что я уже тут лоханулся по полной с вот этими идеями, там, как вы помните. Так что говорить не буду, может так и должно быть. Но мне кажется, что не должно такого быть. Так, у нас есть 17 арты. Надо бы еще докинуть. Двадцатка нужно, короче, 4 арты еще докину. Давай. Не знаю, чего они тут ушли. Они вообще выходят. Остались сюда. Ну, видимо, аж теперь возвращаются. Давай этих сюда вернем. Хотя вообще, вот тут стоять не очень-то хорошо. Потому что защищаться тут будет плохо. Тут, правда, тоже не особо-то и лучше. Вот здесь можно встать. Ага, встанешь. Ну как же. Тут 34. Ого, так мало. Давайте заберем немножко кавалерии. Вот так. И вот так арты заберем. 30. 5 еще, значит, нужно пехоты забрать немножко. Не хочется терять на ровном месте войска. Так, тут сколько можно содержать? 64, нормально. Нормалек. Не перекрещиваю пока что провы, потому что там 90%, вот видите, сепаратисты восстают. Так-то оно очень мало, один практически процент. Это можно ждать очень долго. Может и не будет восстания. Просто не хочу, чтобы сейчас было восстание. Я не смогу его ничего с ним сделать. Ну вот видите. Вот видите, что он творит. Чё ты творишь? Ну тут же идет подкрепление. Чё ты убегаешь? Сюда ты все равно не доберешься. Ну может он вернется. Да. Конечно. Идиотина, что ты творишь? Что... Может он типа боится, что вот тут будет забрана территория. Давайте туда отправим вот этих наемников, поставим, пусть они стоят, чтобы вот это он... Просто вот эта крепость, она как бы отбивает назад. Поставим, пусть стоит. Так, что-то нам не везет на разлом стен. Ему, в принципе, тоже. Ну вот вся французская армия, кстати. Главное, что тут подошли на помощь. Так, опять, блин. Что же делать с этими очками? Вы, наверное, когда смотрите, вы уже мне там написали. Дар, там есть возможность куда-то более лучше... лучше куда-то вложить эти очки дипломатические. Тут, к сожалению, только за военные. Тут не получится их вложить. Идею группу, если я доживу до нее,
то все равно буду брать какую-то военную. То, в принципе, можно взять. Что оно мне тут, честно говоря, задолбало. Что оно мне тут не капало. Вот, усталость от войны у меня... Хотя у меня есть, наверное, нет усталости, но от войны нету. Новаторские идеи дают хороший бонус. Так, пошли за мои, наверное, права будут браться. Ну да. Ну, сейчас возьмут. Да, взяли. У него наступление есть вкачано. А там есть осадное умение. Вот, поэтому он и быстро берет. А у Испании какие? Исследование, экспансия, количество. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут только оборона. Да. Испания армия отстойная. К сожалению. А у Франции армия хороша. Очень хороша. Вот, кстати, Богемию так нехило порезали. Тут после этой войны, если вы помните, тут воевали против Боснии и Богемии. Сразу после этой войны на Богемию там напали. Какие-то дикие количества, как вижу, соседей. Все равно устали. Ну ладно. Можно было и вот так делать. 25 тысяч без генерала. Ничего, ничего. Кстати, где-то тут была французская армия. И это мне не нравится. Вот она. 60 тысяч. Сколько у него вообще сейчас? 107 тысяч. Ну, примерно такие, как и было. Блин, ну почему мне не показывается общее число? Почему показывается только мое? Хочу общее видеть. Так, Киконжа, ты вообще кто такой? Кто такая? Откуда ты взялась? Киконжа. Так, тут можно что-то сорвать, вербовку. Сколько у него там рекрутов? 114 тысяч, ну это, наверное, лимит. Правда, у него что-то много наемников, половина армии. И армия такая маленькая. Сман, что с тобой? Ты здоровый? Может, больной? Грипп? Не? Ну то, если грипп, то надо лечиться. Так. Ну и что с османами сделаем? Давайте подкупим чиновников. Коррупция пусть ему растет. Так, о, дали какую-то ачивку. Just resting in my account. Что-то такое. А, ну подкупи чиновников в стране, которая с тобой соперник. Тут еще взял походу вот эти две ачивки. Тут вне серии это было взято. Просто хотел посмотреть вот за эту, чтобы поменять трех губернаторов. Ну и тут выплатил 1000 с чем-то там было госдолг этой Персии. Она там бедная, несчастная за меня сражалась. Так, а тут вот это не дает. Сюда идти, ну хрен его знает. Вообще-то бы с испанцами вот тут можно было бы напасть легко. Легко-легко. Давай тут подойдем вот так. Может, сам нападет? Не. Может, и нападет. Не, валят отсюда. Сейчас, по идее, сюда должен кто-то подойти, не? Не, они куда-то ушли. Двадцать один процент пока что. Так, вижу, возвращаются. Феодора, я тоже хотел, кстати, там, когда замиривалась Франция против России, она освободила Феодора. Тут вижу. Генуя уже его заберет. Ну, пусть себе забирает, там крепостей так нету. Я думал, сам заберу.
Как видите, не судьба. Так, они будут здесь ставить брать. Так, что-то там такое. Мы с доброй надежды. Да, пофиг. Так, эти, наверное, будут стоять просто на осаде. И они отобьют намного быстрее, чем тут. Были бы тут какие-то горы, я бы даже напал. Ну, что-то стрёмно. Хотя, с другой стороны, а что стрёмно? У меня есть 90 тысяч, у него 60. Ну, не союзники, а другие армии его где-то, наверное, далеко. А может и недалеко. Тут, правда, еще река. Один маневренности у меня. Ага, ноль маневренности. Значит, река будет, да? Так, блин, да чё вы умираете-то? Опять умер. Предыдущий умер, когда его раз прокачал, этот тоже умер. Военка. Было бы неплохо, конечно, военка у Франции уже 24-я. А что мне вообще нужно? Этот как бы по всем параметрам иду нормально. Тут все закрыто. Новое еще не скоро будет. Давайте возьмем военного. Может, будет какой-то на дисциплину или что-то в этом роде. Кстати, а что аристократы? Они дают... Стоп. Боевой дух и число моряков. Ну, вроде бы деньги есть, так что пусть будет. Так, может, ты какой-то хороший генерал будешь. Ну, один маневренности, ну, это нам, конечно, ничего не даст. Тут нужно больше. То есть, было бы два. Так, да-да. Так, терпимый, веротерпимость. Ну, неплохо. Мне бы тут испанец, конечно, бы помог, было бы замечательно. Кстати, вот это нужно все отдавать под Испанию. Может, они замирятся. А что оно тут мне подошло? А, правильно, я ж тут... Они уходили, а я оставил свои войска. И осада перешла под мой контроль. Все правильно. Так. Ну, давайте. Будем пробовать. О, стену проломали. Так, а где тут еще одна где-то армия была? Тут 60, тут 50. И где-то еще должно вроде бы быть или нет? А, не, это вся армия. Вот это и вот это, этих два стека. Так, тут какой-то корпус оставим, пусть берет. В смысле, не могу. Да твою мать. Вот этот тварь не дает мне сюда перейти. Собака. Вот эта собака. Так можно было в предыдущий раз. Теперь уже нельзя. Да чего оно с этими проходами? Ну, испанец зашел тогда. Я тогда зашел. Ну вот испанец идет. Так, возможно. Да блин, да что за бред? И что, он сейчас пойдет туда? Не, он пошел сюда. Да твою же дивизию. Ой. Ну ж был проход. Почему теперь нету? Ну что за дичь? Тогда давала это. Ну понятно, что оно тут вот какая-то крепость, что она сюда не дает. Но почему она в предыдущий раз дала нам сюда зайти? Тем более крепость под моей, ну, как бы взята нами, то есть она наша. И тут вот взяли эту территорию. Я не понимаю.
А могли разбить, могли запросто. И сюда не зайдешь, сюда не зайдешь. И крепость была подключена, она же не была там подключена или что-то в этом роде. Так, ну, даже успеют перекрестить, пока они тут что-то сделают. Бляха, и тут возьмут. Француз быстро берет, ну там осадное умение хорошее. Так, тут стены проломали. Можно закинуть... А, нет, нельзя. Я все равно не смогу атаковать, потому что я не лидер осады. Боль. Хорошо, хорошо. Нужно что-то делать. Нужно закидывать сюда. 6000. 7 не буду закидывать, потому что мне тут тоже каждая артиллерия на счету. Так, и что у нас тут получается? 16. Закинем вот эту пехоту. Закинем вот эту кавалерию. И закинем вот эту арту. Что он может сюда нас будет атаковать, возможно. Так, колония поставилась, да? Хорошо. Давай сюда. Тут тоже есть колония. Хорошо, хорошо, хорошо. Пошли сюда. Тут уже наколонили. Португалия, как всегда. Ну а что, а теперь? Вот теперь можно. Ну вот что за бред? Почему, когда была эта крепость под управлением моим, я не мог туда зайти. Когда она стала французской, я могу зайти. Что за дичь? Реально, что за дичь? Ну давайте, бляха, попробуем. Хотя мне это не нравится, там генерал хорош, очень хорош. Ну надо, надо, Федя. Так, ты куда? На следующий день прибудешь. Ускоренным давай иди с этим. Так, главное, чтобы они быстрее не пришли. А, они как раз таки приходят на денек быстрее. Так, 8-8, хорошо. Затем сразу этот туда закидывается. Он может еще... Ну, пойди, вот этот испанец должен за нами пойти. Главное, чтобы этот не пошел. Может и этот пойти, честно говоря. Ой, мне, блин, больно смотреть на это. Хотя, вполне... Ага, ага. О, тут снял. Лошара. Так, уходим нафиг с этой крепости. Ну, тут пока зайдет он сюда, 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 сюда. Ну, может успеть, знаете. Хотя меня тут сейчас разобьют быстрее, чем что-то кто-то придет. Так, этот пока что сюда. Да не успеет испанец или успеет. 23-е, 4 дня. Ну давай, тут если что отступим. Бляха, видите, как он гасит нас? Как он нас гасит? В два раза больше убивает. Ну, кавалерии мне много убил. Просто у меня она есть, как бы. У него ее нету. Так. Ух, даже в минуса ушли. Представляете себе? Вы себе это представляете? Так. Ага, тут тоже шестерка, тут 8 есть. Нужно 12. 6 пошло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут где-то нужно найти. 6-7 правим. Чтобы тут хотя бы взять. А здесь что? 100 человек. Ох, тут бы разлом. Может, получится. Тут бы можно было бы как-то добить. Тут прохода нету. Они сейчас могут, кстати, ударить.
Запросто. Мог запросто ударить. Но мы с испанцами сидим. Так, ну, господи, ну чё ты делаешь, дебилушка? Ну куда ты пошёл? Я ж пришёл, думаю, что тут бы взяли быстро. Ой, господи, ну почему? Ну почему ж ты такой тупой, а? Ну я бы отсюда пришёл, тебе бы помогли отсюда. Ну чему? Почему ты такой тупой? Господи, 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 господи. Тут стал. Тысячки не хватает. Тысячки. Они может добрать, чтобы тут шла осада. Куда он сюда идет? Ну он пойдет сюда. Ну ладно, 1000 оставлю вдруг. Ребята, мы приехали. Вот чего? Почему он может пойти, а я не могу? Вот какого хрена? Почему он может сюда зайти, а я не могу сюда зайти? Испанец. Вот почему? Для него что, какие-то другие правила действуют или что? Ну прощайте, 13 арты. Разве что вот так как-то попробовать. 6-е, 9-е. Ну за 3 дня я отсюда не свалю. Никак. Слушайте, ага, вот так можно. Так, я прибуду 10-го. Сразу через день после того, как он уйдет. Давай, беги сюда. Просто дичь, реально дичь какая-то происходит. Ну вот, ошел ты сюда, и что? Что тебе это дало? Что ты сюда свалил? Давай, стены, стены разломай мне, пожалуйста. Тогда я что-то смогу сделать. Так, здесь. Здесь вроде бы уже все, что можно было перекрыть, то я перекрыл. Тут эти гондурасы норвежские. Не знаю, куда отправить. Тут уже, по сути, некуда отправлять. Давайте вот сюда. Чтобы эти дырки позакрываем. Так, взяли Индион. Отлично. Штурмовали, возможно, даже. Не заметил, честно говоря, не заметил. Так, ты идешь сюда пока что, да? Ну, давай я тоже сюда пойду. Пофиг там. Хотя рекруты нормально все идет. Тут бы как-то взять. Наконец-то. Так. 7000. Надо 14. Вот это все закинем. Вдруг стены поломаем. И что, оно вот тут уменьшается? А, это все нормально, это все нормально. Стоп. Надо помочь. Тут 70 у него, но я думаю, мы справимся без этой арты. А хрен там ты справишься против этой армии французской без арты. Блин, да тут арты даже нету, видите, весь наш второй ряд занят пехотой и кавалерией. Да ёпарас. Какие потери? Посмотрите, что творится.
Ну там, видите, просто почему-то второй ряд занялся полностью пехотой кавалерией. Почему? Без понятия. Просто без понятия, почему. А у француза арта стояла, и арта лупила по нам. Хорошо так лупила. Черкесия. Черкесия там супер стронг страна. Давай админку. Что там? Что-то бегаете, бегаете. Просто крепость отбивает. Ну да. Ну давайте. Тут нужно смотреть, что происходит. Ну, сейчас опять отобьет. Главное, меня не трогают. Так, стены поломали, да? Но там пехоты слишком много внутри сидит. Так, не нравится мне это, не нравится. Немножко подбиваем, что у него там по прогрессу. Это, короче, долго будет. Так, ушел. Подозреваю, что он будет сюда атаковать. Подозреваю. Ну вот опять что-то чудит. Блин, чувак, не чуди, я тебя прошу, не чуди. Стоишь на саде, стой. Давай хоть что-то возьмем. Хоть что-то. Так, не дали даже тут ничего сделать. Ну, хотя бы здесь взяли. Так, и вот тут попробуем еще взять. Так, стоишь, да? Ну, стой. Так, а мы тут будем атаковать. В плохом будем положении. Сейчас этот тоже свалит. Так, ну и что на этот раз? О, на этот раз арта работает нормально. Ну, конечно, что я вам говорил. Что я вам говорил? Сейчас еще докинет. Да ты что, блин, да ты смотри, что он творит с нами. Да он просто раскидывает, как детей. Так, держитесь, 4 дня, 4 дня мы продержимся. Отступил. Пипец, тут потери, конечно. Пипец. Просто пипец, пипецкий. Сразу все расходятся. Испания, Испания. Надо было сразу нормально действовать здесь, а не стоял и что-то тупил, тупил. Мне надо было просто перезагрузить игру. Тогда бы он нормально что-то делал. А то он держал огромные армии 3 по 50 тысяч. Ни черта не делал. Вот нафига ты идешь сюда? Ну, стань тут, даже давай возьмем эту крепость, да и все. Не, я пойду куда-то. Так. Сюда я, конечно же, не зайду. Сюда я, конечно же, не зайду. Я вот это, кстати, неправильно делаю, ну ладно. Нужно было другую армию туда отправить. Не то. Хе-хе.
Моравия. Правило. Деньжата французикам. Французы, наверное, займы уже хорошие такие. Да по-любому займы 50 наемников. Или сколько у него нее? Ну, 50, да, 50. А идеи у него есть административные? А, у него есть новаторские. Значит, у него тоже сниженная стоимость. Но тут стоит понимать, что у него арта по-любому есть наемные. Я думаю, что есть. Так, 1.5, хорошо. Так, тут что-то нужно сделать. Продать, поддержать, сфабриковать претензии. Ну давай, ну что-то сфабрикуем. Ну вот сюда. Дорого, конечно, но почему бы и нет. Можно похитить карты. Нельзя, нельзя, нельзя. Круто. Офигенно похитил карты, конечно. Ну, тут пусть будет. Долго еще эта война будет длиться? 90-е годы. 7 лет уже идет война. Уже пора бы заканчивать. Как там говорится, пора бы и честь знать. Опять прицепились к моему Милану. Ничего, ничего. Стены поломал. Но толку сейчас опять возьмет, свалит отсюда. 14 тебя там, да? За тебе бы закинуть. 1006 хотя бы. Зайти хотя бы могу, могу. Пока француз отступил. О, еще вас тут только не хватало. Так будет немножко побыстрее. Давайте-ка мы вот эту армию прицепим к армии Испании. Вдруг испанец захочет свалить. А я не замечу. Пусть бы уже себе взяли там эту крепость мою, лишь бы тут не ходили и мозги не пудрили. Дайте угадаю. Я сейчас не могу сюда зайти. Конечно же не могу, потому что крепость под моей осадой. Че за бред? Почему, когда она не под моей, я мог зайти? Когда под моей, я не могу зайти. Где логика? Давайте отойдем отсюда, чтобы не тратить слишком много войск. Возьмешь? Возьми для папочки. Давай, молодец, 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 молодец. Испания, забирай. 42%. Может? Ну, конечно же, ты должен был свалить отсюда. Ну, конечно. Кто бы сомневался, что ты, имея там разлом стены и там... Практически можно считать осаду в своих руках, что ты свалишь. Не зря я, конечно, вот тут оставил. Может, он сохранится? Ага, хрен там. Сохранится. А как же? Так и знал, что так и будет. Так, тем временем, что у нас тут получается? Ну, тут так можно было бы взять, конечно. Давайте парочку сформируем. Армии таких вот мини-осадных. Тут нужно будет стать. Взяли Навару. И идут к нам. Идут, к счастью или к сожалению, к нам. Отсюда, если что, можно будет зайти, да?
Ну что же ты будешь сваливать? А я тоже свалю, я не буду стоять, пошёл ты в жопу. Оно мне надо? Ну как бы надо, но не особо сильно. Эй, ну куда ты валишь-то? Куда ты валишь? А, нельзя. Но я тоже свалю. Сейчас будут вот эти мелкие братья купировать по-любому. Вот увидите. Так, ты давай тут попробуй взять, ты попробуй тут взять. И это тебе отдам. И это тебе отдам. И тут вот свалю. Да не, он пошел сюда. Здесь можно встать на осаду. Попробуем. Почему бы и нет? Я думаю, быстрее возьму, чем вот эта армия. А, он сюда пошел, чудо. Ну, правильно, открылся проход. Он и пошел. Кстати, в Париже уже есть крепость, раньше не было. Построил все-таки француз. А тут в Мадриде так и нет. В Польше, наверное, тоже нету, в Варшаве. Да, в Варшаве нету, в Москве нету. А зачем в столице ставить крепость? Да, подумаешь, столица. Смешные, конечно, люди вот эти иишки. На Париж пошел. А, ага, на Париж. Тебе до Парижа как, не знаю, как мне до Пекина. Так, все отдаю под Испанию. Бери. Забирай. 128. Быстро, быстро он, конечно, осаждает. Но у него осадное умение есть. Он крутой, не то что я. Каким-то чудом получается вот даже перекрещивать, при том, что там... Ага. Сейчас, сейчас это чудо закончится, когда они возьмут эту крепость. Так, этих ребят тут выставим, чтобы, если что... Может, если есть осада, тогда можно зайти сюда? Не, 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 закрыт. Закрыт проход. Дичь, дичь. Ну, наверное, оно так и должно быть. Согласитесь, это нелогично, что я не могу зайти даже в провинцию, которая мне, по сути, принадлежит. Так, сюда нельзя, сюда тоже нельзя. Вот эта крепость не пускает. А можно вот тут выставить, пусть себе стоят. На, бери. Хм, свалил. А чё так? Это стоит. Опа. Серьезно? Серьезно? Ну ладно. Мне уж интересно. Да нет, что, что это он тут такое сделал? Вот я вам говорю, вот тут и просто что-то творит непонятное. Что это такое было? Реально, что это было? Зачем он это сделал? Не, ну мне хорошо, конечно, монтуя тут немножко передохнет, скажем так. Главное, чтобы не передохло. Так, репутацию нам подорвали. Все. И что?
Она стала независимой или нет? Да. Она стала независимой, и почему-то Франция там... А, это... Ну все, понял. Там было написано, что Франция будет гарантировать независимость Испании. Там, по идее, должно было бы быть написано, что Франция будет... Франция даст независимость, а не будет гарантировать. Вот. Ладно, ладно. Что там у нас получается? Нужно вот тут разбить. Да. Сюда 1030 надо бы закинуть. И надо бы готовиться к войне против Османа. И что, мы что-то получили? Какую-то была склонность. Получили 28. Хорошо, разочек можно качнуть. Так, здесь вообще красота. До соточки можно качнуть. Тут вот так качнем. Сейчас посмотрим. Тут вижу, что-то Польша воюет против кого-то. Против кого? Там какие-то мелкие, наверное, да. Что-то мелкое. Сейчас посмотрим. Испания не согласна, потому что усталость от войны. Вот, а все остальные, в принципе, согласны. Но мне Испания пригодится, скажу и вам. Без Испании будет немножко туговато. Так, это и вот это. Пусть идет сюда. Эти войска я там перевезу. Ладно, ребята, будем на этом завершать. Я подготовлюсь, ну, разбью вот эти повстанцев. Подготовлюсь к войне против Османа. И тогда мы продолжим наши приключения рагузанцев в Малой Азии. Хорошо, на этом с вами прощаюсь. Спасибо вам за внимание. С вами был Назар. Всем пока.